Ролик создан при поддержке сообщества ВКонтакте Toys Android. Привет, ребят, с вами Илья, и это новый топ игр на канале Игродень. Сегодня представляю 5 новых игрушек за прошедшую неделю, так что усаживайтесь поудобнее, запаситесь печеньем, и мы начинаем. Первая игра на сегодня — это Road Racing Traffic Driving. Игра для настоящих ценителей скоростного движения, крутых тачек и запаха шин. Перед нами увлекательные гонки по оживленным дорогам этого огромного города. Эта игра вас точно заставит напрячься, ведь в отличие от себе подобных, здесь реально очень и еще раз очень много тачек. Ваша главная цель — это собирать различные бонусы, а также топливо, чтобы проехать как можно дальше. При этом, конечно же, нам врезаться ни в коем случае нельзя, иначе игра тут же закончится. На самом деле, это такая хорошая проверка вашей реакции в этой красивой визуальной обертке. Игрушка доступна бесплатно. Rare Runners Race for the World идет софт-запуск данной игрушки. Перед нами красивый, красочный и просто очень затягивающий платформер. Здесь мы будем гоняться с другими игроками по онлайну, а также взаимодействовать с ними в открытом мире. В игре вас ждет большой выбор масок, а также различных героев, ну и само собой красочные уровни и просто скоростной геймплей. Судьба всей вселенной теперь в ваших пальцах, и нужно очень хорошо постараться, чтобы все прошло на ура. Игра также бесплатная. Titan Quest — дорогая, но при этом просто шикарная масштабная игра для наших зеленых девайсов. Почувствуйте себя настоящим героем. Создаем персонажей, исследуем колыбели древних цивилизаций, таких как Греция, Египет, Вавилон и Китай. Ну и само собой сражаемся просто с огромными ордами легендарных чудовищ. Спасение мира вам поможет разнообразное снаряжение высшего класса. Это легендарные мечи, разрушительные волшебные посохи, луки и многое другое. На самом деле это полноценный порт ПК-версии, поэтому стоит понимать, что это очень масштабная игрушка. В общем, если вы любите RPG, то вам точно нужно ее попробовать, уверен, вам понравится. Tiki-Taka World Soccer. Если вам до сих пор не надоело футбол, то вот еще одна игра с данной тематикой. Как по мне, такая игра получилась довольно интересной, она просто отлично адаптирована под мобильные платформы, поэтому играть одно удовольствие. В игре, кстати, полно сборных, хорошая база игроков, а также разнообразие полей. При этом визуально она тоже красиво выглядит в таком пиксельном олдскульном стиле, и это тоже придает ей некий шик. В общем, получилась очень классная, на мой взгляд, игрушка. Я на самом деле даже в детстве во что-то подобное на Денди играл и реально получал от этого удовольствие. В общем, разработчикам точно респект. Ну и последнее на сегодня. Наконец-то произошел глобальный запуск игрушки Hit. Для тех, кто не знает, это новый проект бывшего руководителя команды разработчиков Lineage 3. Получите новые эмоции от этих красивых комбо-ударов, прокачки навыков героев и многих других особенностей данной игрушки. Подключайтесь к данной игре со своими друзьями и заваливайте этих огромных боссов. Игра выполнена на современном, очень красивом движке Unreal Engine 4, и выглядит, конечно, это все очень впечатляюще. В общем, данную игру вам тоже рекомендую, уверен, вам понравится, и все-таки она, на мой взгляд, прям очень крутая. Ну что ж, а на этом наш обзор подходит к концу. Такой вот мини-топ у нас получился, но все-таки игрушки, на мой взгляд, очень интересные, и думаю, они вам должны понравиться. Надеюсь, что так и будет, так что ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть Android. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч.